What is it that makes the Ghana so religious and people more spiritually above everything than in other parts of Uzbekistan? What's so special about the Ghana and the way that Islam has arisen there? Значит, Фергана, Ферганская долина, издавна, значит, славится своими богословными и религиозными людьми. И до революции большевистского, значит, первого рота тоже, после него тоже, во время репрессий тоже, люди этой долины были самыми религиозными людьми. Во время коммунистической репрессии тоже ученые, значит, в тайне учили своих учеников, и все те, кто учились исламу в других областях, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и других местах тоже, они учились у наших богословов Ферганской долины. Поэтому, когда была свобода, независимость, значит, то, что было покрыто, все открылось, и все сейчас на виду. Real Islam could rise from Ferghana to the rest of Uzbekistan? Значит, наша сейчас первая задача, чтобы весь наш регион по религиозности сравнивался с Ферганской долиной. К этому мы и работаем.